сейчас мы хотим попробовать снять радиатор печки на RAV4. Вот тут мы сняли бардачок. Снимается легко. Потом мы сняли вот эту штуку, которая стояла вот здесь. Вот здесь это стояло. Снимается легко. Вот так. Подергиваем, дергаем, дергаем и вытаскивается. Сейчас наблюдаем, как можно снять. Вариант один. Вот тут. Перерезать. И вот тут. А потом будем соединять с помощью резиновых шлангов. И второй вариант есть еще. Вот, посмотрите. Вот выпрямить. Вот эти. И может быть вот эта трубка можно будет вытаскать отсюда. Вот эту. Ну и вот эту трубку. Тут разъединили шланги и вот таким образом соединили здесь. А теперь работаем внутри. Разъединить трубки и радиатор печки не удалось, поэтому мы их просто перерезали. Одну отрезали. Сейчас режем другую трубку. И будем вынимать радиатор печки, если получится. Вынимаем радиатор, если получится. Вентилятор мешает. Нужно снять вентилятор. Снимаем вентилятор. Самое трудное из всех процедур вынимать вот эту вентилятор, потому что без этого радиатор не выходит. Вынимать целиком в споре это устройство нам не удалось, и поэтому мы ее разъединили внутри на месте, а потом по отдельности оттуда вытаскали. Чтобы разъединить, нужно открутить 7 винтиков, которые стоят вот здесь. Особенно трудно открутить 3 винтика. Чертовски трудно, потому что их не видно и находятся в очень неудобном месте.